Всем привет, это видео для канала Badook 1. Я играю на сервере Tygem. Давно не играл на этом сервере. Так, поздороваюсь. Играю с соперником из Кореи. У него довольно много побед. Но хотя поражений тоже есть. У меня тут где-то 50 на 50. Победа, поражение. Он 21 победа, 19 поражений. Последние 40 игр. Но я тут не так часто играю. Очень редко, потому что довольно много ботов было. Раньше я перестал играть на Тайджиме. Надеюсь, что сейчас играю не с ботом. Мой соперник играет самостоятельно, без подсказок. В общем, надеюсь на хорошую игру. Так, проверю, идет ли запись. Запись идет. Значит, все хорошо. Ну, в принципе, довольно стандартное начало. Можно сразу расшириться, чтобы атаковать его камень. Либо можно здесь удлиняться и наращивать влияние просто на центр и на левую сторону, но он тогда отпрыгнет от своего камня и не даст мне построить моё на нижней стороне. В принципе, то и то возможно, ну, хотя думаю, что атаковать камень сейчас может быть интереснее. Можно выбрать точку либо сюда, то и другое неплохо. Давайте так сыграем в этот раз. Можно обе точки играть и эту, и эту. У него сейчас два выбора, чтобы доиграть форму слева. Вообще, когда делать такой прыжок, тут надо учитывать лесенку, потому что если лесенка была бы в пользу белых, то белые могли бы протнуться, порезать на титаре и съесть камень в лесенку. Так как у него тут черный камень в косе, то такой ход нормальный. Тут можно было тоже двумя способами защищаться, так, косуми, либо сюда, пойти вверх и строить мой себе. Я иногда выбираю тот способ, особенно в начале игры, если у меня тут камень стоит. Брать вверх. Так, но белый тоже будет себе мой строить. Так что надо, ну, в зависимости от вашего стиля выбирать, как лучше играть, так просто территорию забирать, либо играть мое против мое. Тут у меня для продолжения от этой формы есть либо удлинение такое, либо просто прыжок, то и то также можно играть. Прыжок, год, удлинение сента, но если удлиняюсь, то он устроит хорошую форму, а если я делаю прыжок, то дальше тут черные играть не будут, и я в будущем могу прижать эту сторону слева. В принципе, в последнее время довольно часто делают именно прыжок. Я думаю, что я тоже так сыграю сейчас. Скорее всего, будет ко мне вторгаться как-то на сторону. Но у меня тут выбор будет атаковать его и пытаться забрать либо очки слева в углу, либо на стороне, смотря он чем сейчас побежит и как. Ну, этот ход ожидаемый. Вполне. Мне лучше всего здесь накрыть его, чтобы он не бежал в центр. То есть сначала мы накрываем, чтобы он распространился по стороне, потом усиливаем наш этот камень, и тогда его этот камень на 18 слабеньким становится, его потом можно будет добить. Если я просто как-то отсюда играю, он бежит, его камень на 18 особо не убивает, и одним ходом его будет все равно еще не убить. Хоть кажется, что тут один камень убил, три вокруг, но за один ход его не съешь никак. Если сверху накрывать, то он в углу может выжить, если отсюда ходить, то он может убежать. Так что начнем сюда, сюда куда-нибудь пойдет, я прыгну. Это,
каким станет слабее, потом вот можно будет добить. Ну а ему тут надо еще будет бегать. Плюс я этим ходом усиливаю свою группу слева и строю влияние на центр. Ну тут явно хочет построиться. Если играть кейму, то тут у меня остаются всякие слабости. Мне кажется, лучше сыграть понадежнее, просто прыжок сделать. Тем более, что в сторону ему тут выбраться не так просто. Но обычным прыжком он не врывается в центр. Обычный прыжок я накрою. Обычный прыжок может прилипнуть. Конечно, можно порезать, но... В общем, какой-то прорыв может быть. Тем не менее. Думаю, что нужно играть так. Можно было еще сюда сыграть, вместо этого хода. Но в углу все равно есть выживание. Если бы тут, например, хотя бы Касуми было у меня изначально сыграно, то такой ход был бы получше, наверное. Но с кем уж прыжок точно, мне кажется, правильным ходом. Сюда. У него есть, возможно, такое разрезание. Но сейчас оно не очень работает, но... Может прыгнуть здесь. Я защищусь. В принципе, ничего страшного для меня. Наверное, нужно сыграть. Все-таки тут форму доиграть. Такую. Если он сейчас косом играет, то я могу удлиниться здесь. И отнять у него угол. Сюда, я сюда сыграю. Если бы он выиграл сюда, я бы сыграл в эту в точку. Если он так блокирует, я здесь играю. У него угол становится намного меньше, плюс группа еще была бы не совсем живая. Так, я защищаюсь. Ну, группа у него все еще теперь не живая. А это все еще не выжило, потому что тут есть всякие вторжения вовнутрь. Типа такого хода. Который, кстати, можно прямо сейчас попробовать сделать. Посмотреть, что он будет на него отвечать. Так. Мне кажется, вполне неплохой ход в данный момент. Ну, скорее всего, так ответит. Сюда пошел. Что он тут за дом? Он хочет меня отрезать, если я так сыграю. Хочет тут резать? Может быть. Но это не совсем тот ход, который я ожидал увидеть. Но посмотрим. Все-таки моя группа тут не такая уж слабенькая, чтобы ее пытаться съесть. Если он хочет прорываться в центр, прорваться в центр и потом пытаться мою группу убивать. Что же тут придумать? Сюда пойти? Возможно. Сначала тари дать, а потом сюда пойти. Тоже возможно. Наверное, надо тари давать.
защититься просто так. Собственно, это он делает. Но мне, наверное, нет выхода, нужно тоже защищаться таким образом. Еще можно так защититься, чтобы когда мне дал атари, я мог бежать, а потом ему нужно будет вернуться и защититься здесь, потому что у него будет разрезание. Если я играю так, он бежит, атари дает, убегает, а потом ему здесь не нужно больше защищаться. Но с другой стороны, этот ход оказывает больше влияния на группу слева. Так что и то может быть неплохо. Точнее сказать, есть аргументы за этот ход и за этот ход. Так соединяться я не уверен, что стоит или так, что меня тут порежет. Лично мне кажется, это опасно. Потому что моя группа на месте не живет. Может быть довольно опасно. Попробую так сыграть. Сначала здесь, наверное, пойти. Но у него, в принципе, на месте группа выжить может, конечно, но надо ход тратить, если он будет тут блокировать. Так. Ну, надо бежать. Тем более, что вот эти камни у него вас выбивают. Ну да, это было очевидно, что он будет тут загибать и пытаться меня съедать. Видимо. Не знаю, какой у него план. Себя порежу. Можно сыграть сюда. Вообще сюда пойти, если он, как он ответит, так, либо так, но так вряд ли, возможно отсюда пойдет, возможно отсюда, тогда порезание у него тут еще слабость просто остается, возможно стоит просто порезать. Сюда, если играть, чтобы слабости не оставить, у меня будет лишние дамы. Если я бы здесь ставил, то у меня там дома меньше было бы. Так, ну и теперь на этот ход он опустится. Что тут можно придумать? Вообще, я думаю, что эта группа у него не такая сильная. Он так играет, как будто меня тут съедает, по-любому. Мне кажется, это... Хотя у него тут есть бегание и так далее. Попробовать так сыграть. Если я просто сюда хожу, он вкидывает камень. Потом можно блокировать таким ходом и зажать меня. Поэтому соединяться здесь плохо. Сюда. Ну да. Этот ход выглядит неплохо. Я сюда можно ставить тари, потом так соединиться. Этот ход выглядит лучше, чем просто сюда бы, если бы он пошел, потому что я пошел бы так, а теперь я вынужден ходить сюда, скорее всего он так, я соединяюсь, у него степеней побольше получается. Но если я пойду сюда, то он может сыграть таким ходом.
Может, на этот ход сюда пойти, если я соединяюсь, порезать здесь, потом побежать. Наверное, отсюда ходить. На этот ход я могу сходить на голову, так что он тут так просто не прорвется. Но у меня довольно слабо эти три камня, и в общем-то слабости позиции у меня есть, конечно. Так, ну, честно говоря, я не уверен насчет его вот этого атаки. Зачем он его сыграл? Потому что у него тут слабости остались. Довольно неприятные. Лучше было ему сюда пойти. Теперь так. Может выжить? Но степеней у него тут мало. Если я сюда пойду. Если я не играю здесь, то он таким ходом живет. Если я соединяюсь, например. Может выжить. Если я протнусь и так. Может быть стоит протнуться и так, но он, наверное, хочет сюда бежать. Бежит, но меня не ловит. Я убегаю. Возможно. Думаю, что есть смысл протнуться и пойти сюда. А он так живет. Будет пытаться так выжить, но если он так выживает, я соединяюсь, меня это вполне устраивает, конечно. Если он будет так жить, меня это отлично устраивает. Видимо, он испугался, что я его тут съем. Можно, конечно, бросить и не давать ему жить. Слабости много. Как защищаться? Сейчас интересно. Здесь очень большая слабость. Если я здесь защищаюсь, то он режет. Или этим побежит сначала. Если я буду трошку свою тянуть, то здесь порежет. Хочется здесь защититься. Наверное, я так и сделаю. Потому что если он тут и живет, я играю сюда, и у меня все держится. Хотя какая-то слабость есть тоже. Какая-то такая борьба тут за него есть. Можешь сюда сыграть, потом сюда, я буду вынужден соединяться. И он бы мог вот так сыграть и соединяться на ко-борьбе. Тут с учетом того, что у меня все степени нужно было бы забивать из-за там дзумари, могло быть плохо, но так. В принципе, я жив, и меня это вполне устраивает. Тем, что я всем живу. Потому что даже если он тут выживет, ну, он тут, скорее всего, выживет, то у меня есть влияние на центр, я тут прыгнул. Все не так плохо. И тут он с двумя очками, я здесь себе очков 10 построил. Ну, жить надо. По крайней мере, это выглядит безопаснее, чем пытаться его убивать.
нужно было, конечно, вместо этого ход сюда пойти. Но тут все равно проблемы могли быть. Так, ну и сейчас он хочет, если я сюда пойду, он сюда пойдет. Я так, и он с мой камень съест. Поэтому, наверное, мне надо сюда пойти. Чтоб такого ситуации не было. Лучше сюда пойти. Думаю, что этот ход может быть сент изменил. Конечно, неприятно. Весьма неприятно, но что поделать? Сейчас тут режет. Хочет везде резать, все убивать. Нужно сюда защититься, у него группа будет на кубарбе. Так, у него группа умирает, но у меня тут слабости. Ладно, так сыграем. И он группа сейчас не живет, только на кубарбе. Да, из-за того, что тут опускание, он так, я сюда ткнусь. И жизни сразу не будет. Ну, борьба довольно долгая здесь. Так просто сразу не выиграешь. Можешь сюда пойти, чтобы устроить эту долгую кубарьбу. Так, надо бежать своей группой. Ну и трешку уже поздно спасать. Толку от нее уже нету. Да, я тут сейчас убить его не могу. В один ход. Такая форма. В один ход не умирает. Если я даю тари, он на кубарьбу, и тут все равно двухходовая кубарьба будет. За выживание. Ну то есть тут не важно, кто первый начинает. Эта группа не умирает. Так, он кубарьбу. Начинает кубарьбу. У меня выбора нет. У него тут еще есть к минимуму 2 коудара. Могу удлиниться. Но это будет с потерями. Коудары. Коудар с потерями. Либо просто здесь сыграть. Где-то. Получилось не так приятно, как хотелось бы. Наверное, все-таки надо удлиняться. Потому что если он выживает этой группой, потом он бежит этой двушкой. Мне тут все группы еще не такие сильные. Ну ладно. Я думал, он будет забирать. Но забирать он не стал.
кажется, я достаточно безопасно тут убегаю. Я тут при за ней есть. А вот он так от него защищается. Это интересный способ. Хочется в эту точку сыграть как-нибудь, чтобы его группа не жила. Но у него такой ход сента. Тут надо подумать. Если я сюда удлинюсь, он хане как сыграет. Очевидно. Если я сюда, он сюда. Хочется самого сюда, но сейчас я не могу, у меня мало степеней. Так, если бы он удлинялся, был бы хороший обмен, можно было бы сюда пойти. Он ханы. Наверное, все равно. Сюда. Ну, надо доигрывать. Думает о том, чтобы меня тут порезать, если я так тоже жать форму. Возможно. Сразу так. Ну, выглядит неприятно, да. Если я даю тари, я ему помогаю форму построить слабости, справить свои. Можно надо было дать Тари. Но сюда играть не хотелось, потому что может Тари сюда и просто Тари так, а Тари и сюда. Могли быть проблемы. Ну тут я должен жить. В общем-то жить должен. Лучше выжить, хочется здесь сыграть. Попробовать. Возможно, оверплей, он сейчас будет меня тут убивать. Есть такая опасность. Нет, тут же отвечает. Такой ход для выживания. Да, наверное, сюда надо играть. Есть у него проблема с этим разрезанием.
Да, встану на прыжок, у него работает. Ну, не очень приятно получилось. Ладно. Сможет, не надо было этот так наставлять. Тогда на этот ход он мог сюда сыграть. Нет тут такого хорошего выживания, к сожалению. Сейчас сюда можешь сыграть. Это все неприятно. Сюда он так ставит, сюда пытаться резать его. Ладно, попробуем. Нет, это не работает точно, просто меня здесь режет. Ну ладно. Надо было сюда ходить. Но выживать просто так, вот сюда, я тут в год выживаю, это прям просто очень неприятно. Ужасно неприятно так выживать. Тут надо защищаться. Возможно, надо было на клетку ближе. Сейчас он мне сюда пойдет. На пункт ближе. Нет, не пошел. Но может следующим ходом пойти. Надо сыграть проверочные ходы. Против такой формы таким образом играют. И этот пункт занимает, и этот пункт. Неважно, куда он пойдет, отсюда будет блокировать или так. Сына потом перерезать. В любом случае. На этот ход тоже бы сразу сюда сыграл. Так. Играет. Есть какая-то такая борьба на выживание в этом углу, только ударов у меня не густо на доске. Не во много ударов. Здесь удары. Тут тоже. Чем ситуация у меня печальная довольно. Тут, насколько я знаю, надо такую борьбу играть через этот ход. Где взять коудары? Видимо, лучше защититься. Потому что у него тут коудар, тут. Это безнадежная какая-либо. К сожалению, так порезать нельзя, потому что он сам таким ходом меня тут ловит. Поэтому только такой ход работает с этой формой. Тут он дает даже, не пытается спасти. Ну, конечно, я должен забрать. Сейчас посчитаю, сколько очков у каждого. То есть так быстро играет, даже не думает. Он, видимо, считает, что он тут выигрывает. В
принципе, мне кажется, по очкам мне не так все плохо. Но у меня в центре тот потенциал для построения намного выше, чем у меня. То есть так с виду могу сказать, что я проигрываю не очень много, но в центре, скорее всего, будет настраивать. Но тут я не могу не забрать этот камень, потому что если отсюда играть, тут еще прилипание, ее с продолжением, что лучше его пусть сверху камень отпилит. Чем я дам этому камню спастись? Пусть тут отпиливает. Ну, что тут можно сделать теперь? Теперь можно попробовать как-то этой группой что-то предпринять. Надо как-то попытаться уменьшить его зону. Начать, наверное, с такого хода. Я тут себе немножко очков пристраиваю. Можно было сразу пытаться торгаться. Но думаю, есть смысл так начать. Возможно, он мне даст татари и будет отсюда закрывать. Надо было думать потом, как все так будет закрывать. Тари дать. Все-таки сюда пойти. Ну вот, на это то, на что я рассчитывал. То, что он будет пытаться меня убить. Целиком. Если бы я играл бы мирно, мне бы тут сильно не хватает. Так, если я выживу, еще, может быть, есть какие-то шансы. Надо что-то придумать. Какое-то прилипание, но начнем с такого. Думал, какое тут сделать прилипание. Такое сюда. Так, он хочет все оптом. Можно дали здесь. Тварь вход, я думаю, перерезать. Пока не вижу, как тут выжить. Ну. Если сюда, в нотаре сверху, я снизу могу соединиться, правда, это, скорее всего, мало будет. Сюда надо пойти вверх. Пойти вверх, чтобы иметь возможность как-то тут, возможно, этот камень использовать. Попробовать поймать эту трешку. Как, пока не знаю, но попробовать стоит. Я могу дать контратари, порезать. Ладно. Думаю, либо сюда пойти, конечно. Но тут за меня иначе довольно грустно выглядит. Конечно, и так выглядит грустно. Но так, мне кажется, больше шансов на то, что что-то может получиться.
Так, но если я даю Атари и сюда, то двушка его уже не спасается. Двушка съедается. Тут соединиться не может. Это было понятно. Можно Атари дать. Но не хочется. Потому что он так, я съедаю трешку, он меня тут режет. Эту трешку отрежет в итоге. Лучше сюда пойти, в эту сторону. Тари. Здесь может заблокировать. Скорее всего, так сделать. Сначала здесь заблокировать, потом там. Выбора особо нету. Так, он тут что-то тут хочет проводить. Вроде как нет. Почему он это сыграл? К сожалению, тут ничего не работает, если я порежу. Он так соединится. Проигрывай, конечно. Тут если я не увидел. Можно было сюда, но так. Я имею в виду, что тут было не очень много. Знаю, я бы на его месте защитился вот этой слабости и... Надо, наверное, такую борьбу поиграть. В принципе. Что еще делать. Какой удар? У меня, конечно, были бы получше удары есть на доске, но это такой. Вот. Спровоцировать его на что-нибудь. Например, вот на это. Сюда. Особо шансов все равно тут не видно было, так что этот ход просто на то, чтобы
соперник начал что-то свое играть, придумывать, и, возможно, я смогу выжить и вернуться сюда. И либо ему придется вернуться в какой-то неприятный момент для него. Ну, такой примерно расчет. Конечно, думал еще о таком ходе сразу. Сейчас тоже Наталья дать найти ко мне. Даже так. А, ну да. Ну, в общем-то, тут получается, что не работала эта затея. Здесь обидно с камнями получилось. Ну это вот сюда можно защититься, ничего не работает. Ну, если честно, то по моим ощущениям, конечно, человек играет довольно сильно, слишком сильно. Хорошо считает. Ну ладно. У меня группа умерла. Но даже если бы я так не играл, то тут уже было ничего не сделать. В этот момент. Можно. Так, стимейт. Черные много выигрывают. Как тут раньше все довольно неприятно получилось. То есть тут он выжил. Я вроде тоже выжил. Возможно, в этот момент нужно было играть. Как-то иначе. Сюда. Но нет у меня в этом уверенности. Но этот ход был довольно важен. Если он так. Но выглядит опасно. Нет, так не получалось. Нужно сюда. На этот ход. Но если так, то он тут выживет. Еще Йоса будет. Причем это явно плохо для белых. Либо просто бросить позицию в таком виде. И играть в центре. Ну, выглядит хорошо для черных после такого выживания в этом углу. Потому что я надеялся, что если он бы так сыграл обмен, то тут у него уже было бы не так хорошо. Ну и что ему тут надо было бы это выживать? Ну, в основном резу, конечно. Имею в виду здесь. Я первый бежал тут, потом бы его убил, не сразу. А так, он обмен не делал. Таким образом играю. И теперь у меня тут слабости много. Я не могу, например, прыгать этой группой, потому что тут просто съедается.
Так, тоже слишком неприятный ЙОС. Тут протык. Либо можно так просто резать. Либо прилипать. Ну, после этого, например. Что очков нет на стороне. В общем-то, хорошо, ход нет тут. Я не вижу, во всяком случае. Так, ну, как получилось? Получилось, конечно, нехорошо. Но вот здесь вот это бегание. Возможно, стоило удлиниться так. И смотреть теперь, что он будет делать. Тогда могло бы как-то повлиять на ситуацию. Потому что ему нужно вернуться к своему разрезанию. Но у него тут в принципе так может. Но я тут, скорее всего, выживу, и группа у него тоже надо будет выживать, и у него слабость еще в центре. Такой ход сделать. Это было довольно хорошо сыграно. Лучше, чем любой другой ход. Хотя обычно так камни жертвовать не очень хорошо. Потому что белый имеет множество возможностей, чтобы степени себе потом нарастить. Но чтобы защитить слабость вот эту, то получилось хорошо. Тут был другой вариант пойти не сюда, а сюда опуститься. Вот, скорее всего, детей бы сыграл. Можно было бы так пожелать, попробовать. Выглядит поинтереснее, чем то, что партия была. Если он как-то отсюда, то тут Касуми, то он играет. Ну, тут живет, конечно, но я живу. В общем, опускание нужно было делать. Сейчас просто плохое выживание получается. Тут самая неприятная вещь, это то, что если я, допустим, так играю, то он сюда прыгает, и у меня группа не живет. Нет хода нормального. Так, все равно это неприятно. Ну, тут уже хорошего хода нету. Как партии. Можно было сюда мне пойти. Ну, могло получиться вот такое вот выживание. Ну, я даже не знаю, что лучше, вот так выживать, либо отдавать те камни, которые я в партии отдал. В любом случае, выглядит очень печально. Так что тут уже все плохо было. Ну, вообще, я думаю, что есть большой шанс, что человек играл с программой, поэтому у меня шансов не было изначально победить. Слишком быстро играл и слишком мало думал над сложными ходами. Поэтому было тяжело. Ну, в любом случае, надеюсь, что вам понравилось. Все-таки партия получилась довольно боевая. Тут мы бегали, спасались, выживали, вторгались к нему, пытались убить. Все вместе. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока.